Представьте, что Аблязов занимается этим 18 лет. 18 лет находиться в состоянии политической борьбы, причем активной политической борьбы. Я хочу еще раз повториться, что если это я сейчас не сделаю, то, мне кажется, желающих вот сказать все это будет не очень много. Пусть даже путем тех проблем, которые буду я испытывать, там, моя семья и так далее. То есть я считаю, сейчас ситуация, она вот такая, переломная. Постоянные испытания, постоянные стрессы, постоянные потери, предательства, преследования, расправы, три тюрьмы, испытки и так далее. Для меня все это очень сложно. И всегда это все сопровождается, конечно, большими стрессами. Это сложно. Я не понимаю, как можно 18 лет не сойти с дистанции, при этом оставшись в абсолютном одиночестве, с нуля снова построить организацию. Только упорство и целеустремленность Мухтара Аблязова, убежденность, вера, продуманность, каждый шаг, каждое слово, каждое намерение, каждая цель, все продумано, обосновано, просчитано. Именно отсюда вот эта вся убежденность, что режим сменить можно, что этот режим не устоит, что все равно люди, несмотря на то, что они изменились, они стали более запуганы, более необразованы, они все равно сумеют объединиться и все равно сумеют это все изменить. И действительно сменить этот режим, забрать власть в свои руки. Я гражданин этой страны, я буду бороться, чтобы страна была свободная. И в какой бы я ситуации ни находился, борьба моя не остановится, пока я живу. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.